2508 случаев заражения коронавирусом выявлено в Азербайджане за последние сутки. 4076 человек при этом выздоровели, жизни 37 спасти не удалось. Сообщает об этом оперативный штаб при Кабмине страны. С начала пандемии в Азербайджане зафиксировали свыше 455 тысяч случаев инфицирования. Что касается вакцинации, то ее за последние 24 часа прошли более 62 тысяч человек. Общее количество использованных доз препарата превысило 7 493 тысячи. В Грузии за минувшие сутки выявили 2533 новых случая заражения коронавирусом. По сообщениям грузинских СМИ, от COVID-19 выздоровели 1762 человека. Общее число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 579 тысяч. В настоящее время продолжают лечение более 34 тысяч пациентов. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на более чем 18 тысяч. Таким образом, общее количество инфицированных превысило 7 121 тысячу. Статистику огласил Федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. В ряде регионов Германии смягчили некоторые коронавирусные ограничения. В их числе земля Северная Рейн-Вестфалия. Вместо этого применяются правила 3G. Если заболеваемость превышает 35, то во многих местах приходится предъявлять COVID-паспорт, либо отрицательный тест на COVID-19. Сегодня в регионе вступила в силу обновленная версия постановления о защите от коронавируса. Китайская фармацевтическая компания Sinovac испытывает эффективность своей вакцины от коронавируса на детях и подростках в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Как сообщила газета Global Times, это первые в мире клинические испытания третьей фазы на детях такого возраста. Sinovac совместно с южноафриканским партнером Numalux Group проведут исследования в ЮАР. Согласно их совместному заявлению, которое оказалось в распоряжении издания, испытания с участием детей и подростков в возрасте от 6 месяцев до 17 лет направлены на оценку безопасности, иммуногенности и эффективности вакцин Sinovac при заражении коронавирусом и тяжелых случаях заболевания COVID-19. Эсмиралиева, CBC.